За первые дни апреля два рыбака провалились под лед озер Карелии. Одного из них в Питкяранском районе удалось спасти, житель же Сартовальского района погиб. Это произошло 5 апреля. Спасатели напоминают, что в весеннее время выход и выезд на поверхность водоемов особенно опасен. В Петрозаводске и в Сартовальском районе это и вовсе запрещено с конца марта. Нарушители ограничений могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 4 тысяч рублей, не говоря уже о риске для здоровья или жизни.